Здравствуй, представься, пожалуйста, расскажи о себе. Ну, меня зовут Влад, мне 20 лет, люблю косплеить, вот катаюсь по всяким таким киберспортивным фестивалям. Вот. А ты косплеишь только из Counter-Strike или из других игр тоже? Ну, только Counter-Strike, мне больше она нравится как киберспортивная дисциплина, и много интересных турниров есть по этой игре, поэтому интересно кататься, ездить, знакомиться с персоналом, да и с игроками можно там познакомиться. За кого болеешь на этом турнире? Я думаю, у меня есть два коллектива, это Splash Soldiers и BIG. Я думаю, вот пускай победит сильнейший. А вообще за кого болеешь среди всех команд? Ну, я вообще люблю за красивый КС, у меня толком нету определенных, но я больше люблю СНГ комьюнити. Это вот там Na'Vi, Virtus.pro, просто лучшие. А можешь показать на камеру свое вооружение и рассказать немножко про что это? Это модель или это бывший действующий? Ну, это страйкбольный привод в основном, я с ним катаюсь. По всем фестивалям много чего пережил там. Есть еще нож, вот, М9, в основном тренировочный, резиновый, тут даже есть автографы игроков некоторых, аналитиков, ну, как трофейный такой. То есть... Как ты относишься вот к современному косплею, особенно вот к женскому, когда некоторые дамы выставляют на показ все свои части? Ну, положительно, в основном, смотря какой косплей и по какой дисциплине вообще так. А так, да, нормально. Но тебе не кажется, что слишком мало качественного вот такого вот закрытого косплея, и косплееры берут в основном голыми частями тела? Ну, если на фестивале, то да, в основном открытом, то девушек им больше легко так пробиться, потому что как бы качественный, но есть и закрытый, и очень хороший. То есть, когда побывал в Москве на Игромире, там очень много было красивых косплееров. Ну, у тебя, наверное, один из самых закрытых, не видно ни лица, ничего. Не жарко в таком костюме? Ну, нормально, уже привык. В основном первое время было трудно, потому что разгрузочный жилет как будто как корсет какой-нибудь, то есть потеешь. Но то сейчас вот зима, то есть уже как-то вот, ну, прохладненько, вот нормально. А если летом на каком фестивале, то это вообще, там надо майку одевать, чтобы пот там не лился просто рекой. А сколько весит твой костюм? Ой, даже не знаю, в основном тут даже не считал, но может какой-нибудь килограмм, полтора, может эмка какая-нибудь тут, и в основном разгрузка. Ну, первое время не привыкаешь, а потом час-два и уже как-то как родная. Скажи, а ты сам занимаешься страйкболом? Стрелял из своего привода? Да, занимаюсь. Иногда бывали пару игр, но так, но в основном больше люблю вот косплеить и так. Ну, свободное время, да, катаюсь. Спасибо большое.